разные типы гитаристов. Любит, когда погромче. Блин, что-то не то. Вот, то, что надо. Любит, когда потише. Слишком громко. Слишком громко. Вот то, что надо. Фанат Виктора Цоя. Бро, сыграй что-то. Окей. Я сижу и смотрю в чужое небо, чужак. Давай что-то другое. Ладно. Белый снег перейдет на раскрестившейся земле. Сыграй Нирвану. Иди в жопу. Самоучка. И всем привет, ребят. Сегодня мы научим вас играть кузнечика. Табы на экране. Такс. Йоху, у меня получилось. Басист, пришедший на гитару. Слишком громко. Вот то, что надо без звука. Идеально, все, гитара это мое, все, я выучил песню. Новичок на концерте. Фу, что за говно? Моя собака играет круче тебя, забрасывай гитару. Это не твое. Играй никогда на гитаре не законцентрируй. Это самое лучшее на гитаре, ты вообще не разбираешь в гитаре, поэтому иди нафиг. Басист тупой. Профессионал. Молодой. О, это моя первая гитара в моей жизни. Какая она красивая. Так, какую мне песню выучить? Начать с кузнечика? Нет, это для старых. Попробую сыграть на MP3. Почему против компьютера не нравится? Так, сейчас. Понял. А, это вообще за попса там уже нет гитары. Ой, блин. Ну ничего, все равно там есть какой-то разбор. Все равно, смотрим. Фига не получается, но очень круто. Старый. Так, вот бы мне вспомнить, что я играл свои 10 лет, когда еще был молодым. Так, вроде бы там было что-то наподобие этого. Я самый старый играющий. Вот, ребят, это были все типы. Я так устал записывать это видео. Окей, пока что еще нет, потому что мне только надо было это записывать. Потом это все звучит делать. Нет, ребят, можно я просто уйду и удалю свой YouTube канал. Ну, пожалуйста, все, ребят, всем пока. Пока, я ухожу с YouTube.